вышло все наоборот, и вот все ночи напролет грустя смотрю в твое окно. Тебе я знаю все равно, тебе я знаю все равно, ведь ты забыла все давно. А я войти сюда боюсь, а вдруг с тобой и с ним столкнусь, когда спешите вы в кино. Тебе я знаю все равно, тебе я знаю все равно, ведь ты забыл. Привет, честной братве. Здорово, бродяга. Засвети, с кем пришел. Васильев Григорий Петрович. Звягинцев Сергей Михайлович. Начнем с коня. С ним проще. Конь, предъява к тебе. Ребята пусть подождут. Разделить их. Глаз не сводить. Телефоны отобрать. Дорогой, я всегда был на твоей стороне. Но сам посмотри, завод не работает. На карьере бардак, беспредел. В городе кровь, путаница. Какие-то карты, шмарты. Остров сокровищ развел. Это что, работа положенца, это так? Смотрящий вопросы решает, а? Уважаемая, карьер мы высосали за 90-е. Там старая техника, нет охраны. Руководство и рабочая пьянь, шакалы. А ты-то там для чего? Художников прессовать? Тебе что было сказано? Где контракт с китайцами? Где оторванный кусок карты со штольнями? Я все делал, что мог. На карту это меня та сучка кинула. Учителя немецкого у меня Василек перехватил. А художника похитили спецназовцы. И я думаю... Я думаю. По-моему, ты совсем рамсы попутал. Ты слышишь, что ты говоришь? А контракт с китайцами тоже спецназ похитил. Звягинцев. Он по-китайски понимает. И он работает не на меня, к сожалению. Чё-то ты, конь, совсем плохой стал. Уже все давно даже кустари-одиночки на обработку камня переключились. Изделия ваяют, а ты булыжник ведрами за бугор тащишь. Обленился. Не хочешь крутиться? Ищешь где попроще. Я делал, что мог. Мы знаем, что ты делал. И не за это ты ответ держишь, а за то, что ты не делал. Ехай домой, дядя. Шел. Худой, не делай. Я 20 лет этот город грыз. 10 лет на потоке сидел. Я дела делал, ты знаешь. Помнишь, сколько я вам денег по итогу на общее отгрузил? Пацанов грел, сук убивал.
Не делай. Иди, подожди. Других выслушаю. Потом решу. Пацаны, я на минуточку вас покину. Ты будешь? С конем, кажется, все. Думаю, Звягинцев следующий. Второй, с кем Худой сейчас говорил? Прием. Не вижу. Он со спины, и стекла и отражение мешают. Прием. Что делаешь? Читаю. Тебя зовут. Очень интересная вещь. Организация любительской пасеки и медоносные растения. Что-то советую. Чайку. Нет, спасибо. Я в самолете позавтракаю. Сюда нельзя. Извините. Ты сын чекиста? Я. Китайцев ты раз тряс. Я? И что? Присаживайся. Зачем ты работал с беспредельщиками? С Васильком, с Машкой Королевой? Это мои одноклассники, почти семья. А с нами будешь работать? Мы же тоже семья. Большая, дружная. Много чего можем, но чего не можем, с тобой сможем. А что мне с этого? А что ты хочешь по жизни? Ну, прямо сейчас поесть. Бекон! Бекон, а водка? У вас такая еда. Можно я руки помою? Медведь! Отведи его до благодати. Сообщение от Звягинцева. В доме летняя кухня. Внутри садовник. Похоже, он главный. Худой ходит к нему после каждого решения. Полагаю, это и есть наш министр. Министр-садовник?
Операторы, все внимание на летнюю кухню. Есть летняя кухня, прием. Исполняем, прием. Все чисто. Звягинские дети на него похожи. И эта Галя с ним тоже реальная. Стоп. Он реально жил в Омске, пахал на заводе. Жена его, дети его. Я правильно услышал? Отвечаю. Все так и есть. Красава лучшая новость на сегодня. Как говорится, с меня коньяк и цветы. Все, давай, дуй домой. Все ништяк, худой. А вот если мы тебя посадим на завод, как ты нам будешь деньги зарабатывать? Ну, во-первых, всю охрану к чертям свинячу. Во-вторых, установи жесткие правила. Увольнять при первом случае воровства. Да ты так за неделю весь завод уволишь. Они вернутся. И работать-то в городе больше негде. Ну, самый малый процент уедет в Москву. Ну, если не хватит гастарбайтеров, наймем, обучим. А мне нравится этот человек. Это правильно, то, что он предлагает. Ну, а что дальше? А дальше школу по обработке откроем. Молодежь наберу, смены выращу. Круто заносит, мужик. Единственное, с таможней придется повоевать. Вы говорили, что вы все можете, или это чисто так? Ну, с таможней-то мы уж как-нибудь справимся. У нас на нее столько компромата, что им лучше сидеть и не дергаться. Ну и отлично. Значит, завод будет действительно наш, а не как сейчас. Дайте мне полгода, вы устанете деньги считать. Вы будете их просто взвешивать. Ну, а с карты-то как? Ну уж, конечно, не как гномы с кирками копать. Оборудовать шахты, привезти технику. А то инклюз достаем. А сколько в отвал идет? Да, ну это правда. И еще последнее. Есть два месторождения янтаря. Это национальное достояние. Засекреченное. На картах его нет. Хм, ты-то откуда знаешь? Я сын чекиста. Складно отсыпал. И ты со всем этим один справишься? Конечно, нет. А с кем? Один это Маша Королева и второй Василек. Ну, Королева-то понятно, зачем тебе нужна. А Василек зачем? Он же тварь. Беспредельщик, жлобяра. Ну, вы сами знаете, что Василек коня вытеснил из области. Все. Под Васильком почти весь город ходит. Василек – сила. А дисциплине он научится, когда перестанет через плечо оборачиваться. А еще вы все одноклассники. Почти семья, помню. Так, все, иди. Позовем. Правильный пацан.
А что по Васильку думаешь? Давай вот отсюда. Что там? Говорят об убийстве, о покушении на Васильева. Рядом с куплетом в машине киллер. Нифига себе. Точно киллер? Ошибки быть не может? Ну? Что скажешь, Лурчалый? Ты знаешь, что мы можем с тобой сделать? За пацанов? За то, что ты у нас янтарь сурчил? Я у вас не урчил. Вы про карту знать не знали. А коня я кинул, потому что он лошара, а не конь. Лошара педальный. У него соображалки на чайную ложку. У вас там что, все такие борзые, что ли, а, в городе? Ты смелый парень, хоть и не блатной. Лично я тебя уважаю, хоть ты и беспредельщик. Как человек, как личность я тебя уважаю. Ты понял, братва? У меня предложение. Пусть отдаст то, что у него есть. И сверху еще столько же. Да где я возьму еще столько же? А ты не знаешь? Работать будешь. Охранять то, что отдал. А то, что заработаешь, тоже отдавать нам будешь. Если тебе есть что еще сказать, говори. Уважаемый, это начальник охраны моей. Что-то важное. Можно? Ну, дай ему, медведь. Давай быстро. Алло, шеф, это я. У вас куплет заказал. Ты гонишь? 100%. Мы только что с Наилем это увидели на третьем диске. Наиль говорит, что куплет там с киллером торгуется. Известный перец из Тамбовских. Ясно. Может, еще зря потратился. Ладно, все, бывает. Ну? Я отдам все, что есть. Конечно, отдам. И буду работать, чтобы отдать столько же. Надеюсь, 5 лет протяну. Да, что-то легкий исход получился. И никого не убили. Ладно, медведь, вводи его. Значит так. Конь остается номинальным положенцем. Только по названию. К заводу близко не подпускать. Дадим лоху лаве, пусть купит себе кафешку на побережье и сидит там, учится в дурачка играть. Звягинцева, сына ментовского, положенцем ставить нельзя, но вся власть будет у него. И конь только вякать будет по телефону то, что сказал ему Звягинцев. Беспредельщика этого и бабу тоже отдадим Звягинцеву. Похоже, он знает, что с ним делать. Если честно, я бы Василька завалил. Решение принято. Первый, ответь, прием. Похоже на то. Опять в дом ведут двоих. Василек приуныл. Прием. А Звягинцев, наоборот, улыбается. Оставить Звягинцева. Все внимание на летнюю кухню. Давай, 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 давай.
Запомни, дурачина. Ты жив только потому, что он за тебя словечко замолвил. Можешь считать его своим папой и слушаться соответственно. Будем брать воров, когда Звягинцев уедет? Будем. Но садовник цель номер один. Уйти не должен. Угу. Все внимание на номер один. Поняли? Так точно. Внимание, пошли на выход. Третий, приготовился, ведешь в аэропорт. Прием. Езжайте в аэропорт. Приняли, повели в аэропорт. А это кто, садовник? Первый, второй, крупно, возьмите, крупно. Езжал крупно, как видно. О, знакомые всем лица. Берем немедленно. В чем дело? Господин министр, проедемте с нами. А ордер есть? Будет. Пройдемте. Билеты в Калининград. И для вас в Питер. Еще в Калининграде открывается выставка работ Левшина Константина. Охрана выставки возложена на нас. Вот, ознакомьтесь. Спасибо. Разрешите идти, товарищ подполковник? Идите. Твой рейс. Я сейчас в Питер. Перед замашкой документы. А ты... Ты теперь работаешь на нас. И ты живой. Я лично доволен. А ты? Что живой доволен, да. Ну? С остальным надо свыкнуться. У тебя получится. Главное, куплеты забудь насовсем. Навсегда. Есть. Забыть куплета, товарищ подполковник. Разрешите идти? Идите. Шеф, как дела? Мы волновались. Особенно я, шеф. Переживал за вас. Погнали! Какие новости? Куда едем? На пенсию. Не понял, куда? Домой, говорю, едем, домой. А, хорошо. Домой, значит, домой. Как скажете. Я скажу. Я им всем так скажу. Замучаются слушать.
Звягинцев, убью гада. Здорово. Ты что здесь делаешь? К Маше приехал. Ты в Калининград на выставку? Передавай Мещеряковой привет. Слышал, она выздоровела. Очень рад за вас. Откуда ты все знаешь? Я много чего знаю, Костя. Товарищ билет получил? Так точно. Так точно. Слыхал? Так точно. Счастливого пути. Пройдемте. Спасибо тебе большое, что спас дочь. Больше ничего не хочешь мне сказать? Извини меня, пожалуйста, что я тебе раньше не рассказала про Варю. Васильки? Как в 9 классе. Где ты тогда их брал? Воровал. У тети Рая из грядки. Что там с киллером? Наиль, давай вот отсюда. Насколько ты хочешь. Круто берешь, Марик. 150 косарей бабки. Черт с тобой уболтал, 200. Отмашку дам скоро, ствол твой. Марик, известный тамбовский киллер, меньше 2 суток не берет. Уже неделю шифруется в дешевой гостинице на море. Готовится. Марик на контроле? Обижайте, шеф. В любой момент сотрем с лица земли. Только свистните. Поехали. Куда? Туда. Хорош. Погулял тут без меня. Гриня, меня обокрали. Меня забрали самое дорогое, что есть. Мою дочь. Ну чё, к наркологу? Зашиваться? Вот он, не нарколог. Я хочу узнать, кто меня сдал? Кто меня сдал? Дремар, прикинь, за бугор слился, гнида. Никому верить нельзя. Чё за сходки? А? Как раз об этом с тобой хотел поговорить. Только не здесь. Чш, валим отсюда. А где? Да где хочешь. Хочешь на море, хочешь в лесу. Очень важную инфу я тебе привез. Кого поставили на завод Гентары? Звягинцева. Да иди ты. Рвем на море, на наше место.
Купнем, все обсудим. А? О, хорош ты мой. Все хорошо. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас пообщаемся. Криминальные новости. Сегодня в аэропорту Храброво застрелена известный бизнесмен Мария Королева с другом. Очевидцы утверждают, по прибытии борта из Санкт-Петербурга Королева и ее спутник были изрешечены на автостоянке. Очевидцы рассказывают, преступники ограбили своих жертв и скрылись. Ведется следствие. Да. Это ты завалил Звягинцева с бабой? Честно скажу, не я, но должен был я. Не успел. Вы меня достали, жабы, достали. Басота престарелая! Валим? Валим. Неужели куплеты Василек? Аня на рыбалке. Ну и отлично. А сделай для меня, знаешь что? Знаю. Прости. Пап. Всем приготовиться. Брать будем одновременно всех. Что у нас там на этого старика, Батона, Худого? По старым делам, улик выше крыши, на каждого. Кто по садовнику задержан? Да, везем в Лефортово. Ответить группам о готовности, прием. Спецгруппа к захвату готова, прием. Питер к захвату готов, прием. Калининград к захвату готов, прием. Начали. Есть, взяли. Криминальные новости. Сегодня в аэропорту Храброво застрелена известный бизнесмен Мария Королева с другом. Очевидцы утверждают, по прибытии борта из Санкт-Петербурга Королева и ее спутник были изрешечены на автостоянке. Очевидцы рассказывают, преступники ограбили своих жертв и скрылись. Ведется следствие. Твоя работа? Я что, дебил? Храброво? Где ты еще рыл менты? Там Польша, граница Литва. За 5 минут поймают. Мама, не горюй. Я бы бомжу какому-нибудь 100 баксов дал. Стволы он в любом переулке города придушит. Василек, я этого не делал.
Валить надо. Воры на нас подумают. Ну чё, помянем Машку с Серёгой, да? Когда-то Костя, продавая на Арбате шахматы из янтаря, сказал мне: «Вы будете открывать мою персональную выставку, но вы на ней будете вторым». Я удивился наглости ученика и спросил: «А кто тогда будет первым?» «Президент страны!» – был ответ. И вот вместе со мной на выставку знаменитого ювелира из столицы прилетели представители администрации президента и патриархии с намерением сделать моему ученику заказ. Кроме того, тут знаменитые аукционные дома мира. Сотбис, Бонамс, Таян, Буковский, Доротео. Я счастлив это произнести. Выставка потрясающего художника по янтарю Левсона Константина Иосифовича открыто. Хорошо. Вкусно. Помнишь, как здесь после выпускного уху варили? Помню. Слушай, братиш, спросить я хотел. Чувачка этого не знаешь? Тамбовский пацан. Правильный. Не дешевый. Это хорошо. Штук за 200 пойдет, как думаешь? Мне одного гада вольнуть надо. Ты думаешь, я дебил? На это кроме тебя и Ольги никто не способен. Добил? Растоптал? Кайф поймал, братик. Тебя очень люблю. Видишь, все так, как должно быть.
Вы говорили про эту работу? Да, именно она. Да, это моя любимая работа. Впечатляет. Константин делал ее 3 года. Говорите цену. Сколько хотите вы? Я думаю, что за эту работу мы попросим 10 миллионов рублей. Я думаю, мы договоримся. Мне нравится с вами сотрудничать. Давайте посмотрим другие работы. Пойдемте. Прекрасные работы. Патриарх в сентябре будет в Ватикане. Обмен подарками, сами понимаете. И там просили, если, конечно, можно, подарить что-нибудь вот из ваших работ. Благодарю вас. Большая честь для меня, конечно, сделаем. И я вас благодарю. Мы будем ждать. Угу. Господин Левшин, мы хотели бы приобрести несколько ваших работ. Извините, но всеми продажами занимается вот эта фантастическая женщина. Костя. Спасибо. Маргарита Мещерякова, моя жена. Очень приятно. Госпожа Мещерякова, не уделите минутку? Извините, нет. У меня встреча с Тотбис, Бунам, Стоян, Доротеум и Буковски. Так что вы шестые. Я пойду. Прошу меня простить. Это невозможно. Невозможно. Сергей Михайлович, прибыли. Перестраховались, я думаю, не зря. Эти волки от испуга скушали друг друга. Так что вам теперь ничего не угрожает. Спасибо. Оживай. Ты в порядке? Где Варя? Пойдемте. Варечка. Варечка. Нинка. Варя, не переживай, ты не настоящая кровь. Познакомься, это Сергей Михайлович. Варя. Сергей Михайлович. А кто это? Это Сергей Михайлович. Я... Он твой папа. Мне завод предлагают. Будем брать? Пойдешь ко мне главным художником? Я как Рита скажет. Сереж, мы всегда будем рядом. И поможем тебе. А это тебе в помощь. А я всегда знала. Что ты знала? Все знала. Что мы будем. Оп!
долго-долго смотреть на янтарь, то все-все видно. Все чудеса. Звягинцев, бери завод. А мой гений будет тебе помогать. Ура! 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 Ура!